Так, ну что, здравствуйте. Всем привет. Так, я забыл, да, чатик? Привет, привет. С возвращением. Ну, мне-то близко было. Что? 20 минут дома. Блин, вообще крутое мероприятие, конечно, в этот раз прям вообще. Вася, красавчик. Так, ну все, тут. Так, вроде звуки есть, да? Так, сразу же бан. Только пришел, сразу банить надо. Опухший до сих пор, да вряд ли. Я просто спал сейчас. Пару часов. Так, причал крепо. Поехали. Спал или отсыпался? Ну, я на самом деле вчера вообще в 10 часов вечера лег. Проснулся утром на завтрак, позавтракал и с Васей поехали домой. Все. Чего не хватило, чтобы дойти до финала СНГ? Ну, не знаю, я просто плохую стратегию выбрал. Решил перестроить забывчивость. Она не перестраивалась с трех раз. Так бы получилось даже быстрее выйти, чем оппонент. Результат, ну, в топ-8 попал. Попал в призы и, собственно, все. Обошел Васю, обошел Пупка из тех, кто... Как в боулинг сыграли. В боулинг, кстати, чуть не хватило до призовых мест. Первые два раунда я страйки выбил, а потом открыл пиво, в общем. Привет, Виталий. Привет. Так, я не понимаю, откуда у меня какой-то звук непонятный идет. Или мне кажется. С Мишей был забавный контент. Это ты про аренку, что ли? Ну, на самом деле, если бы Миша не подошел и не стал говорить, что там, где находится и что лучше, я бы, наверное, и не прошел бы дальше. Ну, либо слишком много времени тратил бы. Так, ну цвет, наверное, надо купить все-таки. Получается, подкрутки от Васи не было? Конечно, не было. Все было законно. А, на лактест это. Ну это да. Да причем мы стояли, ждали, и в итоге без нас сели. Надо было просто подойти вовремя, а мы ждали, когда нас позовут, в общем. Поэтому проспали регу. А так, конечно, куча позитива, куча всяких мероприятий на самом ивенте. Все здорово. Единственное, жалко, что я турнир по покеру проспал. А, я же генерю, да?
Здорово, тренер. Так, что-то мне так. Деньги. Блин, забыл, что тут делается уже. Так, 1900, да? СНГ почти не смотрел, работа проклятая. Ну, там, кстати, у Бездаря на канале на Ютубе есть влог, где он немножко показывает, что происходило. Такие ролики коротенькие. Очень прикольный формат. На добрую память, скажем так. Приятно будет пересматривать через какое-то время. Так, ну что, поехали. Добрый с праздничком всех. Спасибо, Кентов. Пустовато как-то, да? Тут прохода нет. Ну, кстати, нычка есть, но без прохода. Шаль. В боулинге было без шансов. Там победили такие мужики, которые могли закидывать шары прямо в кегли. Один кабач только отличился. Ну да, кстати. Боулинг неплохо так. Повеселил. Спасибо Лордычу. По сути, если бы не он, мероприятие этого бы и не состоялось. Именно как турнир. Там в первый день, насколько я знаю, многие играли в боулинг. Просто так. Слушайте, я не знаю, по-моему, тут надо просто рест брать, а не морочиться. Сложный улик, а больше ничего и нет. Ну а ладно, рест возьмем. Опа. Было круто, конечно, что два родных героя. Два улика зато. И герои хорошие заходят. Три уля. Так, здорово. Здорово, Мерлин. Что-то голодно без обеда. Да я уже приехал домой, смотрю, холодильник пустой, вообще ничего нет. И перед тем, как выезжать, все подъел, чтобы ничего там не испортилось. Пришлось доставку заказывать. И так скучно и грустно есть самому. Вне компании как-то так. Уже непривычно даже. Так, ну, наверное, в улик надо нырять. Подкачать бы только Айфенси где-нибудь, да?
Возможно, лучше на второй день. Как раз здесь подкачаем, с этого улика начнем, да? Блин, забыл, что скелетона на выйти. Так, ладно. Я все равно еще героя буду покупать, поэтому. Я не буду. Так. Разбежаться даже не получилось толком. Да ладно. Все равно этот сундук буду на опыт брать. После СНГ фулл концентрацию сложно войти. Да нет, на самом деле, просто, я говорю, только проснулся, откисал. Отмокал. Отъедался. Хотя... В этот раз с питанием вообще проблем не было. Я только один раз пропустил завтрак за все время. Проспал. А так старался, чтобы... Опа. Чтобы желудок был всегда полный. Плюс. Да я не знаю, я на самом деле... уже настолько уверовал в победу Женька, что пошел с Володей с интуишеном отмечать победу. А потом говорят, что он подставился и Халайд выигрывает. Как-то так получилось. Непонятно. Ну, все ошибаются там все-таки за такое время нахождения на чемпионате. Тяжело все время быть на фокусе. Ну и тем более у Лаки же перерыв какой. Полтора года не играл, считай, пришел сразу топ-2. Но должен был, конечно, побеждать. Ну а что начинается перерыв? Так оно и есть. Это все-таки отсутствие наигрыша. Может сказаться, он какие-то микроошибки делал несколько раз. Ну просто зная Женю, он еще сам себя накручивает, когда он на такие микроошибочки делает. Он привык отыгрывать так с на максимум всегда стараться. Так что ничего удивительного. Так, это тоже его заберем. Шикарная сдача, еще коробка.
Так, одного героя надо и на еще одного набрать, да, головнишки. Блин, можно было бы шахту забрать. Еще улей. Да, куда же мы без гробика нашего, верно? Так, ну что, в принципе, вот этот тулик простой, этот тоже несложный. Охрану этого мы не знаем. Тюрьма там есть. А там коробка. Хочется с коробки начать, наверное, все-таки. Тем более пробивать все равно дорогу надо будет. Блин, не хватает. Только на пятый остались. А, ну ладно. Может, тебя подкачать? Хороший геройчик. Такая штука еще. Привет, блин, спасибо. Так, ладно, заберем сразу. Еще нам надо одного героя поставить, другую нычку, да. Тюрьма это подождет пока. Да, ну, серьезно. Да, жирновато было, конечно. Так, ну что, тут тоже есть контент, есть плюс скорость, есть улики. Наверное, с этого начать надо бы. Пандорка по дорожке. Щиток. Недалеко, кстати, да? Причем халявный вообще. Здесь халява. Ну, немножко дорога подкачала. Ну, сразу сюда пойдем. Так, нычка есть, да? Блин, а как мы выходить-то будем с такой дорогой? 1000 лет через утопку.
Не исключено. Не супер крутая, конечно, задачка. Ну, пойдет. Рест, не знаю. Ну, а что рест? Есть улики, просто их собрать надо. Не знаю даже. Коробки. Вроде играбельно. Статы есть, главное тоже. Конца, да. Не знаю, как-то рез тут вообще не смотрится. Как будто. Разбежка, правда, в 7. Ну ладно, у нас там тюремки есть. Да и дальше разбежаться по дорожкам не получается, как будто. Привет, Варь. Да. Я всегда трезвый был. Максимально. Я же не бухать приезжаю, а в героев играть. На СНГ. Так, ну чё, подкачивать GD ты или нет, я не знаю. Мне кажется, это глупости, учитывая объект. Ну, утопия есть. Под утопу, типа, можно его качнуть где-то попробовать. Кстати, есть алтарь. Если найдем артефактов на сдачу, было бы тоже неплохо. Так. Еще улей. Здорово, Вась. Дакхили в номер. Это шутка вообще-то была. Так. У нас просто номера соседние. Да, мы с утра уехали. Но Кристи же позвонил. А я забыл привет тебе передать. Привет. Так, ну что, ладно, не буду я его качать. Даром он мне не дался. Слово нашли. Блин, серьезно? А, нет, хватает. Здорово, Егор. Прошло отлично вообще. Здорово, чеханец. Так, ну что ж, поехали. Сразу тащить туда это все хозяйство, наверное, нет. Я же не успею. Блин, минималка плохо.
Голды тоже не очень, да? Василий вообще там божил просто. Все под таким контролем держал, все нюансы, мелочи. Организатор от бога просто. Хорош. Блин, это мы не берем. Пока. Всех душил, ну не без этого, конечно. Что за Вася? Твой новый лучший друг, ты забыл, что ли, Володя? Ты нам столько друзей себе нашел? Новых, лучших, что... Надо было записывать книжечку отдельно. Гуся не Вася зовут. Так. Ну, как будто вот с этим и вот так мы берем нормально, да. Если морали не будет. Даже несмотря на базовый офенс, я думаю, будем пробивать. Знакомые синяки в чате, верно? Так. Давай купим морячков. Обратно бы передаться на грейд еще, да? Может быть, Тодда уволить, купить героя и сразу же... Ну, хотя Тодд здесь подсаппортит. Это мне не достанется, да, случаем. Ну, почти, кстати. Наверное, с этого начнем. Коробку, может быть, им сразу. Но хотелось бы еще плюс 2 скорости тоже вытащить сразу. Туда мы не будем бежать. Ну, просто нам города, получается, не нужны. Мы собираем улики и выходим, да? Как-то так. Да, там, кстати, с ивента вообще фоточки клевые. Привет, Поломов, с праздником.
Эх. С одной стороны праздник, а с другой стороны грустно, что закончилось СНГ. Всегда такая грустинка накатывает. Что вот нам ей делать? Я, честно говоря, не знаю, куда ее отрядить бы. Просто ГО потихонечку, что ли? Книжку покупать нет смысла. Просто через алтарь, может быть, и эту коробку докачать с концу вместе, да? Ну, по сути, только офенс нужно и тактику заэкспертить. Ну, можно просто накатить. Не, хватит. Сколько можно? Лимит накатывания исчерпал на этом СНГ. Го золотые, да. Куличи не заказывал. Ну, я, в принципе, куличи-то не особо ем. Но нет, не заказывал. И не особо планирую. Я вообще думал, может быть, сегодня просто полежать, почилить, там, не знаю, посмотреть другие стримчики, еще что-нибудь поделать. Отдохнуть, скажем так, после СНГ. Но из-за того, что настолько привык за эту неделю общаться с людьми, уже думаю, все-таки надо подрубить, а то начинаешь грустить. Так. В целом сдача неплохая, да? Что там показывает оппонент? Тоже с одним городом сидит, кстати, пока. Не, жаль, жаль, поиска нет у него. Но есть поиск у этого. В принципе, можно взять улик, забрать вот это и как-то обратно, да, вернуть. Может, так сделать. Блин. Кривоногий. Ладно, будем тогда разбивать все просто. Никсов нет смысла строить, мы будем пиратов градить, ой, матросов. Я думаю, так лучше. Плюс 26. Не, сюда вернемся. Тут слишком много всего. Кстати, по бездороге можно было бы выйти. Неплохо, да? Еще такая штука.
Не знаю, мишек-то, конечно, можно. Но это нужно еще монопул какой-то иметь. Собираемся выходить по без дороги, да? Значит, отдал больше, чем Квик. Чем просто. Просто добираемся, что можем, да? Где бы ее докачать? На Карабасе. Не, ну в Карабасе, скорее всего, там вообще не опыт. Здесь еще можно. Как тебе в целом СНГ? Ну, не знаю, я говорю, что могу быть необъективным, исходя из того, что мне просто удобно было добираться, потому что рядом, потому что Вася организовал. Но мне кажется, вообще топовый из, во всяком случае, за последние годы, так, ну, мега топовый. Лучший. Прям понравилось все. Такого никогда не было. Чтоб прям все понравилось. Вы что, каждый день домой ездили? Да с ума сошел, что ли? Я первый раз сегодня домой приехал за 7 дней. Я и не планировал ездить. Ну, это глупо. Во-первых, ты считаешь, все равно час получается на дорогу в день тратишь. Во-вторых, дома ты все-таки можешь там будильник не услышать, еще что-нибудь. Обычно погода не нравилась на СНГ. Ну да, с погодой в этот раз все-таки повезло в начале, потом она испортилась, правда. Но в целом этого, ну, особо заметно не было, потому что была и веранда на улице, и помещение большое там с разными активностями. Можно было в боулинг поиграть, в бильярд, можно было там, я не знаю, на компе. Ну, за компьютером я только сидел, когда игрушки, ну, когда там лагтест, там какую-нибудь арену. Вот, в общем, можно было заниматься, чем душа просит. Да нет, ну я с пупой в номере жил, мы как-то обычно друг на друга рассчитывали в плане того, чтобы разбудить на игру. Бар был, да, бар был прям на входе. То есть далеко ходить не надо было. Что это для тебя было? Больше турнир или тусовка? Да я, в принципе, больше отдохнуть, развеяться, с друзьями пообщаться. Езжу в последнее время на СНГ. Ну, потому что, ну, нельзя объять необъятное в этом плане. Для меня больше, как бы, общение, чем игра там в геройщиков. Вот. И уже обсуждали этот момент, что, ну, я не говорю там про какой-то скилл-тест там сделать из турнира по СНГ,
А все-таки что-нибудь такое джебоподобное, там вот этот Ultimate Джебус, который был на турнире Монта, вообще зашел хорошо. Можно его там использовать как основной, скажем, шаблон для игр на мероприятии. Ну, потому что душнило вот такое, там какие-нибудь ЛМки, и для зрителей это будет лучше, все-таки онлайн будет. А выяснять отношения там на ЛМках, на мининостах и на 3DМах можно онлайн всегда устроить. Все равно формат BO1, он, ну, конечно, Антон там каждый раз затаскивает, но он не совсем, скажем так, подходит под выяснение, кто лучший. И Пупа специально не разбудил натурик по покеру. Ну да, видимо. Я мужу высказал сразу же. Ну, рад за Пупу, на самом деле. Затащил. Так ЛМ-ка же норм шейбл. Так он норм, только не под ланы, потому что... Ну, во-первых, ты сидишь на ноуте играешь. У меня вот был вот так ноут с таким экраном, например. Я и так ну, последний месяц ходил там к этому, к офтальмологу. Мне надо очки покупать. А тут еще сидишь, там настройки другие, в общем. Я не сразу это понял. Играл за ноутом Карима, по-моему, когда у меня с одного клика все юниты скупались в городе. Голос такой больной. Ну, нет, нормально у меня сейчас с горлом. Просто связки, видимо, одурели за эту неделю. Так, поехали дальше. Слушайте, а я не успеваю туда, да? Хотелось бы, конечно, качнуть. Ну тогда ладно, оставляем здесь его. Перед этой штукой. Будет у меня работать своим поиском. Блин, блин, блин. Ну ладно, Афенс докачал. Пойдет. Пять тысяч. Да, голды. Так. Здесь мы ничего не добираем уже. Просто деньги иди собирай. Что тебя уволить можно спокойно. Так, кто у меня с тактосом, да?
Братик с тактосом. Ральф? Кто такой Ральф? Про какого Ральфа? Про них ухуся, что ли? Привет, злой священник, привет. Спасибо. Большой еще один. Блин, там 20-49 так-то. А здесь осид надо бить. Ну, осид, ладно. Может быть, с клопами как-то. Ну, с клопами не хочется. На масле чисто. У нас нет уже от морали ничего. Ну что, страшно нам этих бить?
Вообще, блин, страшно, конечно. Главное, что утки не страдают. Пойдет. Мне опять большой. А, так можно обойти их. Что будем строить? Пушка, может быть, какая-нибудь понадобится нам, да? Больше что вроде ничего не надо. Так, итого у нас еще две заставы вывозятся. Не знаю, насчет цеха хочется, конечно. Посмотрим, как по вывозу это все организуется. На концу, видимо, вообще брать не будем. Что героя нет. Вообще надо было уволить этого героя, поставить еще одного рядом. Что-то забыл, поторопился. Нажать, передать ход. Вниз разведку. Разведку? Да нет, ну а что? Вниз разведка, это там два города у меня. Один здесь, другой по дороге туда. То есть... Не буду же я тратить на это время. Я выхожу сейчас на 1.1.5, получается. Ну, вроде стек рабочий набираем. Статы есть. Книжки нет. Все как мы любим. Так, сейчас подойду, ребят. Чай сделаю. Блин, тренер, чё ты как школьник докапываешься до репа?
Так, ладно. Убираем. Ну, это маленький, да? Расследование. Да не устал еще от них? Че там по этому? По религиозу. Блин. Неприятная охрана, конечно, нарез нет. А, они убегают, отлично. Матросов, да его не было. Видимо, к счастью. Хотя он не пьет, насколько мне известно. Так что, думаю, вел бы себя прилично. Вистон. Ну, вообще, как будто бы мне должно хватать этого. Так, что-то я не то сделал, да? Интересен ли мне этот герой? Ну, я думаю, да, будем забирать. Единственное, вывоз тогда может стать сложным. Там свиток еще может быть хороший. Да, блин, ой. Можно пить и вести себя прилично. Можно, не все просто умеют это. Аноним, спасибо огромное. Сделаю обязательно. Спасибо. Ну, я на самом деле аноним закидываю, когда отыгрываю. Если не забываю. А так как я был на СНГ, собственно, закидывать-то и нечего было. Ух, какой. Спасибо огромное за поддержку. Слушайте, я и наручу вывожу так-то. Это прекрасно. Вот, закинул. Из тех, видимо, которые не успел перед СНГ. Я просто еще их подбираю все-таки. Некоторые не очень прикольные. На мой взгляд, особенно когда проигрыш там из-за тупки. Так, и что делать? Ну, это герой чисто под центр тогда у нас будет, да? Надо его разбить где-то. Ну, выходит. Аэро на них ближе всего. Спасибо, аноним, еще раз. Пятнадцать часов полета, охренеть. Куда же ты летишь? Мечик исчез, пишут, недоступно в вашей стране, ничего себе. Но я ничего не забирал у тебя. Если чем. Серж был? Сержа не было, Серж уехал. Тоже на отдых куда-то. В Китай, по-моему.
Или по работе, может. В общем, на СНГ он не приезжал. Ни он, ни Боря. Ну, празднички там все-таки. Семейные там всякие дела. Так, я балик не купил, да? Ну, может быть и хорошо. Плюс 4000 получается. Ангела мы не будем пока забирать. Наверное. Я думаю, все, вот это добро возьмем. Можно единичек, правда, оставить, да, каких-то. Ядрить их тут, конечно. Многовато. Многовато прям. Да, блин, еще минус моралька сработала. Блин, опять минус мораль. Нормально, минус 23. Ну, благо добора есть. Вышли с голой жопой. Ну, мы так не любим, но мы можем вернуть на самом деле на респ. На следующий ход. Добрать цех какой-нибудь там. Что осталось. Вообще было бы неплохо до города дойти. И там уже мошком этим что-нибудь поделать. Блин, мувы остаются. Ну, единички важнее все-таки, да. Еще одного героя надо ставить, чтобы к концу добрать, видимо. Темпорей заразился ранним выходом. Да тут, а что делать? Просто дорога такая, что особо делать-то нечего. Дело не в том, что помповать очень хочется. Расклад обязывает больше. На щиток я не пойду брать. О, здорово, Дим. Ну, я видел, вы там в WhatsApp списывались там, то, что Серж на 153 этаж пешком дошел. Видимо, да. Видимо, в Китае там или еще где-нибудь. Поддержку в апреле надо заменить на поддержку в мае. О, кстати, да. Я забыл, что уже новый месяц. Давайте сделаем пока. Топонента. Так, что у нас там есть позаливать на ютубчик?
Давайте глянем, что там последнее. GC против бишопа. О чем мы играли после этого? Ну, кстати, есть. Две каточки. Так, ну что, мы можем добрать к концу, получается, насчет. Или не стоит все-таки? Только к концу, а цех как будто бы не хочется все-таки добирать. С другой стороны, почему бы и нет? Деньги как будто мы найдем. Привет, Валера. Спасибо. Ты как добрался, а то там. Ну, Вася рассказывал, что тяжеловато было. Блин, много уток потерял, конечно, ну и клопов тоже. С другой стороны, боевой стек остался, землю прокачали. Есть под центр какой-то маг. Правда, ни свитков, ничего нету. Почему на СНГ был без кепки? Да я забыл что-то взять. Были на СНГ, конечно, только вернулся сегодня с утра вместе с Василием. Сыграл. Ну, в топ-8 попал. Не знаю, мог бы лучше или нет. С Пипегой получилось не очень здорово. Там Пупа подошел такой. Говорит, о, на Go Bounty Hunter нужно, в общем, строить забывчивость. В конфе, говорит, хороший шанс. Такой, блин, ну, в принципе, нормально. У меня целька, думаю. Сейчас быстренько построим, без потерь пробьем. И в итоге 3 раза. Откуда этот пик? Ну, у меня же был воин помимо цели. Просто он не получил ни тактики, ни земли. В отличие от пипешки. У него прям идеальный кач под это ГО был. Я, насколько понял, просто вперед побежал, да и все. Так, вот к этому герою вопросики. Нужен ли он вообще, да? Думаю, что не нужен. Блин, так-то джедит прикольный. Ну, может, его просто домой отправить и ману залить, геймчик воткнуть, да? Чего бы нет?
Ну, разбивать его в центр нет никакого смысла, потому что он без маны джедит. А маны залить и потом в центр переразбить. Это было бы хорошо. Блин, там еще. Ну, понятно. Блин. Что там далеко? Он бежал там. У колодца нет. Плохо. Торопился. Вроде таймера полно. Что мешало сыграть нормально? Чем мы в центр едем? Плевать на эту штуку, да? Привет. Блин, на последнем муви сажусь. Так, ладно. Блин, еще плащик там оставил, да? Могилку, кстати, чекнуть можно. Не могу, конечно, ГМ, просто вот на денег нет. Надеюсь, рынок получается надо. На плащ жди там, но у меня денег нет уже на разбивку. Блин, и... Ну, я надеюсь, на меня не нападут на шестой день в центре сейчас. Потому что переучить я смогу. Слишком безалаберно джиди там сходил, так бы он и он с маной был бы, и разбивка. Ладно. На один знание не очень гм, а тут охрана сложная, тут ложками как будто бы и нет резона воевать. Ну, кем мне вот драться с таким войском. Книжка в любом случае нужна. Добора в центре особо нет еще. Вот это правда. Я думаю, что сюда надо как-то придумать. Заезд. Да, это квест. Но у нас такого нет.
Причем квест жесткий какой-то. Драконов, наверное. Вася в топ-8 попал? Не, не попал. Ни он, ни Попок. Привет, Дилан. Ну, Хиля, здорово. Слушай, я тебе там написал в Дискорд, не знаю, ты видел или нет. Просто надо было... Надо было договориться там, когда чего. По росту Вася в топ-1 попал, да. Пятницу 20:00. Пятницу. Слушай, пятница это у нас что? 10-е будет, да? Давай. Давай, вроде свободно. Рост, похоже, выходит. Слушайте, а может быть нам книжечку отбить вот эту? А, блин, там прохода нет. Я говорю, есть вариант просто побежать сюда за КОшкой, ой, КВшкой. Ну, просто в тупую. И потихонечку ее в центр как-то переразбить или что-то такое сделать, чтобы ей мутить в центре. Но тогда мы оставляем эти тюрьмы, объекты и прочее. Ну, хотя тут, не знаю, особо ничего не пробиваем пока. Засрать постройку. Ну, вот да. Пока бегу, постройку можно портить. Но тогда у меня не будет слоу. Либо разбить ведьму, выкупить ее в мейне и через ход познакомиться. Передать магию как-то так. Крылья бы. Хотя можно не ведьму, можно эту. Но ведьму в любом случае разбивать надо. Мне монопол. Плохо, что денег еще мало. Я не могу позволить себе разбежку какую-то адекватную. Рез есть. Но рез без земли. Ну ладно, просто, в общем, построю здесь ГМчик, тогда залью жидита маны. Денег мало еще, потому что я ни одной шахты не взял и ни одной деревни на респе. Дорога, конечно, интересная. А вы видели, кстати, дороги, которые у нас на МТ-Джебусе против Пипеги сгенерились? Ну это вообще, конечно, рофл. Там только первую неделю нужно было догнать, как вообще, куда бежать. Важный вопрос, Религоса забанили уже или нет? Или тренер балабол? Ну, Религоса не забанили, значит что? Значит тренер балабол. Расследование его ни к черту не годится. Дерзит, дерзит.
Долгий ход. Ну что, я думаю, будем просто рынок строить в центре. Бежать вниз, да? Что, может быть? Блин, нарочно. Мощь армии выше. Это неплохо. Но мне по-любому с джинами хочется там какое-то масло иметь, наверное. Сюда еще заглянуть, да? А с другой стороны, туда нужно героя отправлять. Ой. Что так слабо? Блин, по бездороге, что ли? Реально там можно не пройти. Теория. Давай так. Конечно, минус мораль. Ну, вроде норм. Так, и мне главное добежать. Я не добегаю.
Че, он им, что ли? Котов бить? С одним маслом точечным. Еще cool story, да? Ну, хотя если этот улик норм, то за счет плюс скорости мы пробьем. Ну, они не грейженые, да, но у меня минус мораль. Просто если улик большой, то как будто бы... Ну ладно, что минус мораль. Плохо, что в итоге не осталось монопула, придется это все ножками вывозить. Ну, получается, будем задействовать Касю. А, так у него нет слова. Ладно. Просто так заберем. Ну да, прохода-то не было. Ну, короче, два варианта развития. Мы успеваем кассе накрыть в случае чего. С двумя замедлениями. Либо тюрьму отбиваем. Там может быть какой-то рандомный герой. Хотя эта тюрьма, можно будет эту тюрьму отбить. Да, через мишек было бы проще выйти, и потерь бы не было практически. Ну, кто знал, что такая дорога. Ну, кстати, мы бы дольше до центра бежали. Все же. Ну, считай, 2 дня мы тут только теряли бы. Так, тренер, ты что там буянишь, а? Распоясался совсем. Здорово, Вив. Привет. Привет, монарх. Давно в бане не был, да. С таким подходом и поведением тренера можно просто вернуть активацию 600 по классике, да. Забалы. Да, понятно, почему у него слишком много энергии сегодня. Праздник все-таки. Вискарик там пьет, небось. За 100к окей, я согласен. Слушай, ты знаешь, сколько тут у людей баллов уже? По миллиону. Ты просто из банов не будешь вылезать. Ну вот у них хухуся почти 2. Блин, а мне надо сначала этот улик еще набрать. Там как-то вытащить, да? Может, ей это сделать? Чтобы тебя чисто под вывоз составить, да?
Теория можно вообще утопию взять, жди там следующий ход. На рейсе. Стеку только остается. С КВ можно и книгу воды. Но книга воды уже как-то не особо интересует. У меня аж нет водяного никого. Мне КВшка-то нужна была, чтобы хотя бы какая-то боевуха была под мошка под этого. Ну, Кася под нападение и так стоит. Тут вопрос, добежит он сейчас до центра или нет. Что там у него вообще? Показывало, что армии меньше, чем у меня. Антицепа хороша, да. Ну вот антицепа, кстати, тяжело будет бить. У меня же все-таки в основном милишные юниты. Если клопов, например, потеряем тут на котиках, либо это маленькое будет. Блин, ни одного закла. Тогда еще и усилок. Да на самом деле, если он сейчас никуда не прибегает, можно вообще не рисковать. Можно просто через ход забрать, а Андро у меня будет под нападение стоять. Вот это, мне кажется, самый лучший варик. Мерлин, кстати, на СНГ обещал в качалочку записаться. Все, говорит. Буду как прец. Соточку от груди жать. Ну, начнет он с полтинничка, конечно, на грудь. А потом и соточку от груди. Нет, полтинщиков, конечно, я даже подустал за эту недельку. Я еще, получается, до СНГ 3 месяца вообще не пил алкоголь никакой. И тут, конечно, разгулялся. Ну, на удивление, кстати, вообще ни разу себя плохо не чувствовал. Просто ни разу за всю неделю. Единственный недосып был, ну, это как всегда. А вот того, что плохо от возлияния вообще не было. Так, доехали до дороги. А как ты собрался худеть, если не пойдешь в качалку? У тебя какой-то особый метод есть? Ну-ка. Рассказывай давай. Ну, я просто на следующий ход заберу Ксиопеи. Ну, зачем лишние потери? У меня все равно выставляется. Блин, я слоу не переучил, ну бас. Думаю, что я забыл сделать?
Да, она и без слов справится. Ну, либо ее... Она за два хода не добежит. Ладно, плевать. Так, могилка. О-о-о-о-о-о. Блин, была бы, конечно, еще книжечка. Так, там у нас на спел что-то, да? Так, ну все, вроде все вывозим. Больше ничего не надо. Ты у нас будешь еще того возить, получается. Я не знаю, у меня тут выбор либо алую башню, либо щит забирать. Алая башня дает минус мораль дополнительную. Кольцо такое есть у нас. Коробка не вряд ли будет хорошей. То есть как будто нужно вот сюда все-таки жидитом лезть. Ловушка. Ну, не знаю, насколько она оправдана, эта ловушка. Тут, скорее всего, мы так делаем из-за того, что денег нет, и войска особо тоже не было. Плюс нужно было КВшку отбить. Обязательно. Тюрьма со свитком, да. Жаль, просмотра воздуха нет. Ни на ком. Ну, в смысле, воздуха ни на ком нет. Привет, Box of Wonder. Хорошо выступил? Ну, не знаю. Хотелось бы лучше, конечно. Зелеными коробка на мясо. Да, мясо тут как будто бы не очень хочется вообще из коробок лутать. Это просто минус. Ну, единственное, что каких-нибудь дредов. Просто плотный стек. Который не моралится. О, не минус моралится. Добрый вечер. Так, подозрительная активность тренера, поэтому пусть пока отдохнет на 600. Ругается, сидит.
Герой смахивает на покер, нужен не только опыт, но и удача. Не, удача, конечно. А какое место на СНГ? Ну, слушай, это, не знаю, там получается сколько? С 5 по 8 поделил. Вот такое. А Пупок много в покер выиграл. Ну, там турнир был. Ну, я не знаю, я же не считал его деньги. Столько же, сколько я, короче. Только он в турнире, а я в кэш. Когда следующий турнир на Heroes Hub? Вроде как осенью. Вроде как осенью Heroes Cup 3. Либо... Да, по-моему, осенью Heroes Cup 3, а битва берсерков под Новый год, что-то такое должно быть. В H3GG турнире будешь участвовать? Слушай, мне не нравится на H3GG вообще, в принципе, участвовать. Я там какое-то время играл, но там вот эта система договоренности с оппонентом, написать Discord, которым я редко пользуюсь на самом деле, и сидеть мониторить этого челика какого-нибудь, с которым там в группе, мне не очень хочется. Пул шаблонов плохой. А я даже не смотрел пул шаблонов. Я видел в телеге у Ванкара, по-моему, объяву. Но я даже не заходил. Мне в принципе не нравится, как там сайт работает. У меня почему-то он подлагивает все время. Слишком много там еще пафоса, а по факту как-то не знаю, ни то, ни сё. Привет, замедло. Есть какие-то правила на СНГ? Ну, что значит правила на СНГ? Регламент турнира есть, конечно. Опа, опа, ловушечка сейчас будет работать. Так, ну, в итоге сыграли гениально. Единственное, я забыл слово переучить, да? ГМ там стоит, да. Таверна нет. Да, то, что ГМ там стоит, меня вообще не пугает. А, ну, это мы убьем, конечно. И без ловушечки. Ну, всегда приятно, когда он срабатывает. На красном. А у меня наручнички. Никуда ты не уйдешь от нас.
Да. Ну, отсюда мы точно достаем. И он опять без мана будет. Настя, спасибо за подписочку. Что там, добралась уже до дома, нет? Подкова? А, нет, это не подкова была. Блин. Конца еще, кстати. Ладно, это все неинтересно. Давайте, чтобы минус морали не было, так полезем. Ну, тут изевая. В режим вернулся. Но я не знаю, я вот думал подрубать, не подрубать. В итоге подрубил и чувствую, вот прям первую каточку еще не доиграли, а я уже подустал так. Усталость, конечно, накопилась. Ну такая приятная на самом деле. Да, ну блин. Так, сложи есть у нас, да? Есть. Да нет, тюрьма плохо. Тюрьму мы не будем бить. Потому что там может быть воин какой-нибудь. Просто нападем сейчас на ручек, да и все. Давай так лучше.
Райт, спасибо очень за подписочку. ГГ. А там, может, ничего и не было, чтобы продолжить. КЗшка, кстати, по дороге. Он не заметил ее, что ли? Вот такое вот болото. Единственное, что интересно, что было в Утопии, наверное, да? Не знаю, был ли смысл в таком темпе. Можно было, конечно... Ой, тут еще Утопия. Можно было респ получше добрать. Ну, я не знаю, хотя бы книжку купить. И так вроде норм получилось. Трешечка, кстати. Вот смотрите, пошел бы деревушки захватывать, было бы плюс 3 ангела, но выход был бы там на 7-й день, наверное, все-таки с такими дорогами. Еще бы цех захотелось добрать, скорее всего. Вот, минимально оказался. А здесь еще цех был, да. Снова мини. Да, это обычный джебус. Утопия, кстати, плохая. Слушайте, ребят, я, наверное, отдыхать пойду. Что-то я всего 2 часа стримлю, но как-то подустал. Может быть, попозже еще подрубку сделаю. Ух, хороший какой. Вот его бы на финальную, да? Видимо, поспать еще надо. Хорошее начало. Ну да. Давайте я все-таки офну. Отдохну там пару часиков, может быть. Может быть, вечером, ну, либо с утра уже в режим войду. Спасибо всем за просмотр. Пойду заливать ролики на ютубчик. Пока. Суть до дела. Всех рад был видеть. До новых встреч. Давайте к Росту тогда поедем. То нехорошо получилось. Сыграл и бежал. Так, у него кукуруз, да?